Всем салют, с тобой Арчибальд, великий обзор и обзор на игры. Вышла многострадальная Dead Rising 4 эксклюзив. Ну, временный для PlayStation 4 уже скоро, но играю я на Xbox One. И уже на PC она тоже будет. Ну, уже тоже скоро. На, сука. Итак, мы погнали ебашить этих ебаных зомби, блять, их тут пиздец. Ну, сука, получай, блять. Игруха выходит 6-го. На, сука, ебать их тут. Короче, мы играем за героя первой части, который также же был в этом центре ёбаном, тоже так же зомби было, здесь улучшили график, ну, короче, четвертая часть, правильно? Нам как-то у нас электрический меч, так, куда идти? Да, туда, да? Так. Так, нахер твари! Блять, их тут пиздец, они наклепали. Так. Так что игрука временный эксклюзив и для PC только на Windows 10. Так. Получайте соки! Уебище такие! Да ёб твою! Вот это чема! Ох, нихуя! Так. Бежим к привидению. Это подсказка типа, да? Так. Нихуёвенький. О, чутка, чутка. На, тварь. Сука, звук, блядь, больше, чем я кричу. Так. Игруха стоит 4 штуки. Так. На Windows не знаю сколько. Но на Xbox 4 штуки. Блять, того родственника этих денег она не стоит нихуя. Эти твари. Барбалет, блять, как в Half-Life. О. Так. Сука, и, блять, сделали тупо ремастер первый. Вот один хер. И цена, блять, 1000 рублей, но не 4 штуки. Не, ну если есть бабки, то покупаешь. Хочешь прям как я сейчас играть в раннем доступе, то берешь, сука, 4 штуки и башишься на Xbox One. Если еще есть ебать, он улетел, да ёп. Ну, это со временем он заебет, если честно. Это всегда новые игры, они привлекают внимание, да? Уже и Watch Dogs заебал. И в свое время Uncharted 4. Сука. К нему вышло, кстати, дополнение. Ну, выйдет скоро, да? Тоже надо будет сделать обзорчик, поебашиться. Ёб твою. Ну, короче, она заебет. Он чуть-чуть. 3-4 дня она заебет конкретно. На, тварь, гори. Горите в аду, бляди! Так. Ебать, чуть не выебали. Ах ты, пидорас! Ты чё? О-о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 ! Нифига себе! Чё, сука, это сон был? Это всего лишь сон был. Что надо, блядь? Так. Загрузка, блядь. Dead Rising 4. Еба! Как раз к новогодним праздникам. Люблю новые игры. О, зима, заебись. Машинка едет.
Машенька, вроде тебя. Сейчас будут пиздеть друг дружкой. Короче, это до того времени, что произошло, в общем, понятно. В общем, что об игре говорить, что ее обозревать? Это тот же, сука, что первый Dead Rising. Только графика чуть лучше, и, блядь, стоит он пиздец, невъебенно. И думаешь, блядь, я того родственника, я лучше бы эти деньги потратил, я не знаю, жратвы купить, чем вот реально на игру. Потому что реально цены не они ебашут конкретно. То есть, сука, блядь, не каждый позволит себе купить игруху за 4 штуки. С тупым сюжетом, ебать, что у них происходит, блядь? Тупо мочилово зомби. Не, не вариант. Если хотите в него поиграть, подождите, пока цена упадет. Хотя бы до двух, да? Хотя бы до двух, и то, блядь, цена красная, это 1000 рублей, штука от силы. Ткни ему в ебло. Давай, действуй, девка. Тот же герой, блядь, та же история.